Святочную программу до Международного дня состарелых людей инициировала депутат Палаты представников Национального схода Беларуси Ольга Петрашова. Администрация Кастрычинского района Могилева запросила около сотни ветеранов войны и працы. Мы с огромным чувством благодарности сегодня хотим сказать добрые слова всем ветеранам труда и войны. И все сегодня собрались все вместе поздравить наших замечательных земляков в преддверии праздника Дня пожилого человека и пожелать им добра, здоровья. На встрече не выпадково вучни мясцовых школ. Напередодні гэтыя хлопчики и дзяўчынкі удзельнічалі у конкурсе «Мои любимые бабуля и дядуля». Лепшие картины разместили у зале, а лепшие сочинения нават прочитали. Шановные гости часам не могли нават стрымлівать слез. Так один из пераможцаў конкурсу малюнка, шестикласник Миколай Катерла, упэўнены, что необходимо поважать и памятать своих бабуль и дядуль, бо гэта уласная история. Я писал о своей бабушке Пелагее Семеновне. У нее очень много детей. Раньше она работала всю жизнь в колхозе. Во время Великой Отечественной войны ее забрали в Германию. И когда она закончилась, она возвращалась практически домой пешком. Гэта толькі одно з першых мерапрыемстваў да дня састарэлых людзей. Наперадзе вялізны план па аказанні дапамогі пенсіянерам і адзінокім, шматлікія сустрэчы і шчырыя канцэртныя праграмы. Наше старшае пакаленне это тот фундамент, благодаря которому каждый из нас сегодня чувствует себя комфортно и уютно. И их опыт, их мудрость, их профессионализм помогают всем нам сегодня еще больше ценить то, что у нас сегодня есть. Алина Мельшанкова, Александр Тарасов, новини региона.